Ребята, не перематывайте. Я вам хочу порекомендовать крутой канал The Spike Gamer. Он снимает только Brawl Stars, только крутую мою любимую игру. Да, ребята, смотрите его, подпишитесь на него обязательно, поставьте колокольчик, давайте ему добьем уже хотя бы 110 подписчиков. И да, я вам скажу, у него будет розыгрыш на аккаунт с Леоном. Да, там будет Леон. Да, ребята, участвуйте в этом конкурсе, у него будет обязательно, он мне писал. И, ну, конечно же, на колокольчик нажмите, у него крутая шапка, крутая аватарка. Просто крутой канал по теме Brawl Stars. Крутые превьюшки делает. Просто крутой канал. Смотрите, ну просто оцените его, ему будет приятно. Плюс он заслуживает нам большее количество подписчиков. Ну а мы переходим к видеоролику. Погнали! Всем привет, ребята! Вы на канале Danplay, и сегодня мы с вами продолжим играть в игру Brawl Stars, но мы уже продолжаем в нее миллион раз играть. Да, сегодня мне выпала Пайпер. Мне выпала Пайперша. Пайперша. Я ее уже прокачал, конечно же. Да, Пайпер, и я уже жду пассивочку на Ниту. Да, я докачал ее. Но этот видеоролик просто я хотел бы снять, просто там пару каток сыграть за Пайпер. Ну, ребята, я просто хотел, пропиарить пацана захотелось. Да, ссылка на каналчик будет в описании. Обязательно поддержите его лайками, видосики, крутой каналчик. Так, кто здесь? О, Максимир, это мой одноклассник новый, да. Ну, новый друг Brawl Stars. У него, кстати, Кроу есть. Да. Ну, давайте попробуем сыграть, конечно же, награду за поимку будет логичнее сыграть, чем столкновение на вот такой карте за Пайпер. Мне кажется... Только какие-то такие люди будут играть на карте этой за Пайпер. Ну, такие как я. Ладно, давайте награду за поимочку одну каточку сыграем. Ну, в общем-то, я просто хотел пропиарить этого пацана. Ну, просто пиар это как-то не сильно интересно для вас будет, наверное. Ну, я как раз решил. Ну, все ждут вот от меня видеороликов, и тут раз пиар. Хотят многие. Я говорю, да, следующее видео будет точно по PUBG Mobile. Ой, я тут что-то заигрался. Я не вижу, кто из наших тут. О, хорошо, пацаны, хорошо. Хорошо, тут за мной кто-то наблюдает. Опа, минус. Пошел в минус. Ух ты, хорош какой Мортис. Осторожно, Мортис, не рискуй. Не рискуй, ну Мортис, ты шо? Ты что? Ты что, Мортис? Мортис, я за тебя, конечно, я что-то вообще и потерял дар речи из-за тебя. Мортис, ты что-то вообще какой-то... Чуть-чуть. Мортис! Мортис! А что ты творишь? Мортис, не сливай нас, пожалуйста, я тебя прошу. Мы хорошо начали, не надо нас сливать. Я не хочу кубки, минус. Ну, стреляй ты! Вот чё вы не стреляете по ним? Давай, давай, давай. Ай, блин! Стрёмно. Ай-яй-яй. Опа, попал один разочек, кто не подрывает нос. Да Мортис, блин, ну ты задолбал нас сливать. Не поднимаешь нас, а сливаешь только. Ой, ты не видел, что там мины поставили? Мортис. Ой. Я сам тут протупил. А, нет. Да нет, нет, ну нет. Ну мы же так хорошо начали. Ну вы, ребята, вообще какие-то. Чуть-чуть того. Не, ну этот вообще отлично играет. Ой, Мортис, Мортис. Ух ты, я убил Пайпершу, офигеть. Я вообще не понял, как это я сделал. Ладно. Мортис, убей только в этот момент. Ну, чё ты не пошел на него? Уже рисковать надо. Мы уже все равно проиграем. Давай, давай, мы можем, можем. Я пошел в атаку. Просто в атаку. Пошел. Давай, 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 давай. Тихо, 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 тихо. Есть. Катка выиграна. Ну, Мортис бы, если нас не сливал бы, то у него сила 10, но он нас сливает. Не сливал просто. Не, ну если бы, конечно же, если бы нас не сливал бы Мортис, то, мне кажется, мы бы в отрыв такой бы пошли, что там прям капец какой-то в отрыв бы пошли. Так, погнали еще одну каточку и будем уже заканчивать. Ну, я просто решил этот видеоролик сделать как бы за ради этого пацана. Он все-таки старается. Ой, ну Фрэнка брать как-то, ну я не знаю, там плюс Пайпер, там плюс...
Мортис. Ну, Мортис, надеюсь, будет тоже сливать у них. Ха-ха-ха. Ну, я знаю, что не все Мортисы балбесы. Ой, ну зачем ты на меня пошло? Ой. Ой. Ну, блин, ну ты будешь шевелиться? Или ты просто будешь лагать себе? Лагучий, блин, пацанчик. Наверное, какой-то еще роутер с интернета, еще деревянный какой-то, блин. Ну вот, пацан, ну реально, ну ты мог бы нас играть бы, не сливать бы. Ну мы проиграем, ну я понимаю, мы проиграем. Опа. Ай, блин, тут еще крыса. Осторожно, ой, хорош. Давай, его можем калечить, давай, калич его. Ну блин, ну можем же ж убивать бы. Ну куда ты, не, нормально. Кроу, я подумал, что у него мало жизни там. Ну тут тихо крыса, блин. Опа, попал разочек. А, ну ты что, ну зачем ты стоишь? Кроу. Да чё все, блин, с интернетами лагучими? Осторожно, ну ты куда ж там распаунится сейчас? А где все остальные двое? Я вообще не понимаю. Осторожно. Да ты осторожно быть. Будь осторожным. И я тоже. Короче, мы бы это проиграли эту катку. Потому что если бы у нас были бы хорошие пацанчики... Мы бы не сливали, мне кажется. Мы бы просто всех борвали, как тузик-горелку. Ну ладно, ультовать надо. Но рисковать надо тоже. Да как она меня убила, блин? Ой, вы вообще что-то... Ой, нас... Мы втроем в один раз распавнились, в общем-то. Это понятно, я даже и шевелиться не буду, блин. Потому что с дурачками играть не хочется как-то. Ну ладно, уже 32, блин. Ой-ой-ой, ну мы могли выиграть, я там уничтожал. Кстати, ну если бы у нас бы Фрэнк шевелился бы... Ой, сразу повыходили, да идите вы отсюда. Повыходили такие, этот, да. Из-за вас проиграли, а вы, блин, начинаете там еще. Не, я еще пойду одну сыграю. Мне что-то вообще как-то не нравится это все. Надеюсь выиграть, блин, не, я не хочу, блин, Пайпер взять. Да что такое, я хочу выйти, блин, я возьму, наверное, скорее всего, какого-то, вот кого бы мне взять. Мне бы хотелось бы сегодня взять бы, мне кажется, Динамайк зайдет на этой карте, если в кусты сесть, в принципе, можно. Ой-ой-ой, у нас, конечно, командочка, но если Мортис будет нас сливать снова, то мне это не очень будет нравиться. Ну, а если вон Бул... А, это Шелли. Ой-ой-ой, два танка. Ой-ой-ой. Ой, это что такое? Кто мне звонил там? А, в Вайбере что-то прислал кто-то. Ух ты, отличненько. Да зачем же ты пошла? Мортис. Опа. И давай, есть, задело. Ой. Ой. Ну, из-за меня мы, кажется, выиграем. Ну, хотя это... Не, ну, у нас Мортис, в принципе, адекватный пацанчик. Опа. Давай. Там Бул еще. Я забыл про Була. Там в кустарниках сидит один в туалет захотел сходить у нас. У одного там понос, в общем-то, и захотелось ему в туалет сходить. В общем-то, все. Опа. Кидаем. Ну, ой, зря я, в общем-то, подорвал. А зачем ты в кустах сидишь? Что ты там делаешь вообще? На тебе. Тут запрещено мусорить. Сорить, точнее. Ой! Убегай! Молодец. Ой. Опа, хорош, давай, Мортис, осторожно ты. Мортис. Ну, мы выиграем, но это ненадолго может остаться у нас. Ну, блин, а ты если будешь сливать нас... Опа, отлично. Отлично, просто. Шелли, там ты в туалет не хочешь сходить? Опа, подрывайся. С удовольствием. Ай-яй-яй-яй, подорву тебя, я, кстати, ни одного не убил. Я просто всех коцаю. Я ни одного не убил. 10. Ну вы смотри. Ух ты, у нас Пайпер какая там вообще жесткая. Откуда она так поубивала всех? Ой. Опа, подорвась. Подорвись. Ты осторожно, Пайперша. Ты что творишь? Ты что, ненормальная Пайперша? На тебя. Ой, фу. Ну, если бы... А, ну, это этот убил. Фух. Не, ну, я придумал, конечно, такую шутку. Ну, в общем-то, кто сидит в этих кустах, значит, тот захотел сходить, в общем-то, по-большому. Да. Не, ну, мы должны еще два кубка. Нам надо два кубка. Ну, серьезно, нам надо два кубка.
Нам надо эти два кубка. Просто два золотых кубка. Не, ну у нас команда, в принципе... Ух ты, Дэрил. А, Дэрил в крысу будет играть, да? Да я знаю, что ты в крысу там будешь сидеть. Вон, сидит уже, вижу. Опа. Опа, как раз угадал его. Тихо ты, Кольт, Кольт, ты что? Ай-яй-яй, как я так-то пошел? Зачем я пошел? Что я творю? Ой. Ой, а тут крыса сидит, не? Я просто не знаю. А, вон она. Да подорвись ты, блин, уже наконец-то. Давай, 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 мы можем, можем. Давай, я буду вот так ходить, вот так кидать и подорвать. Вот так вот. Как тузик. Давай, подрывайся ты, блин. 5-5, нет, 7-5. Отлично, Кольт. Кольтяра хорош. У меня, кстати, твинки есть, ребята. Если вы хотите, ну, PUBG Mobile. Как правильно, PUBG или PUBG? Расскажите, ребята. Ой, ой, я тут сливаюсь пока мест. Если тут Дэрил будет, то это вообще капец. Да-да-да-да-да-да, Дэрил, Дэрил. Ой, я боюсь. Ой-ой-ой-ой, хилься, пацан. Пацан, хилься, я просто сейчас реально нервничаю. Я хочу эти кубки поднять. Ну не получилось сегодня поднять у нас кубки. Ой. Есть. Фух. Вот это нервы. Ну все, сидим, пацаны, сидим. Сидим. Смотри, да сидим тут, блин, зачем ты пошел? Мы сейчас сольемся. Мы и так чудом выиграли. Осторожно вы, ну там Пенни, осторожно, Пенни, она от одного чувака сносит всех почти. Не, ну давайте, ну вы серьезно, ну пацаны, ну не сливайтесь. А, убери эту фигню. Все, мы выиграли. Да, мы выиграли. Все, ребята, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вы поддержите этого пацана подпиской и лайком. Не, ну он разыграет аккаунт с Леоном. Кто мечтает за Леона поиграть, обязательно участвуйте. Ну, он еще не объявил конкурс, но он мне сказал, что когда у него будет 120 или 110 подписчиков, ну, у него будет розыгрыш на Леона с аккаунтом. Ну, аккаунт с Леоном, а не Леон с аккаунтом. Ладно, все, ребята, всем удачи. Всем удачи и всем хорошего настроения и всем пока. Увидимся в следующем видео по PUBG Mobile или PUBG Mobile, скажите.